Мир вам. С миром. У вас-то еще, наверное, там не темно даже, а у нас темно. Я не знаю, у меня закрыто все. Игнатий Тихович, я звоню, что? Я уже это устал. Люди атакуют со всех сторон. Это самое. Ну, я не знаю, даже беснуются. Некоторые желают уже, говорит, ты парализованный, тебя еще больше скрючат. Я не знаю, что происходит с людьми. Они что думают, у нас что, конфронтация какая-то что ли, с вами? Или что это? Я вообще... А что надо-то, я не пойму. Ну, я не знаю, что они воюют против меня. Что я против вас там что-то имею или что-то я такое. Но смотрят вот этот вот ролик с обличениями, да? И в мою сторону там эти комментарии всякие сыпятся. И причем, я не знаю, и пишут такие вещи, там чуть не до матюков доходит. Ну, а я не знаю, вы не позвонили. Мы сейчас смотрели в Одноклассниках, открыли две странички от моего имени. Там мою голову меня как угодно рисуют. Игра какая идет. Я в Одноклассниках даже не бываю, только сейчас показали. Не, ну я хочу заявить, вы так не думаете, что я против вас-то что-то имею? Ну, конечно, нет. Я еще раз и говорю против. Я говорю, сколько, Сергей, у меня вот 3 дня плечо болит, вот, ну, выверчены руки-то и простудил. Я не могу даже одеться. Да какая-то боль-то. Я говорю, а Сергей-то что терпит? Я когда вспомню, как я там трубочки, так я весь сжимаюсь. Не, ну, у меня, я это просто что хочу сказать, у меня что есть на сердце, я считаю, что мы братья, да? Ну, не считаю, а я вижу, что мы братья. Я своему брату говорю то, что я вижу, да? Я же имею на это право от Бога. Конечно. Ну, одно дело там, допустим, вы не принимаете или принимаете, но я-то могу говорить, правильно? Так же и вы мне можете говорить. Да когда разве вам запрещал говорить когда или что? Не, ну я просто хочу... Я, кстати, спрошу, вы не против, что я сделаю запись? Вы не против того, что я снимаю? Нет, я не против, что вы снимаете. Вы не против, что я снимаю? И я тоже не против. Да, что в интернет выставляем мы. Да. У нас хороший разговор всегда. У нас плохого разговора с вами ни разу не было. Ну, я просто, понимаете, я вот... вот ну, это присуще, в принципе, человеку, да? Ну, то, что как бы вот сплетни, возможно, вот такие идут друг с другом. Ну, на основании того, что видит человек, и он как бы на видимом уже соблазняется. Я каждый день молюсь за вас, за всех, за Володю, за Никиту. Я ни одной молитвы не пропустил. Вот. Я не имею против вас ни сердечных, никаких, ничего у меня нету абсолютно. Мы только сейчас молились, и первым делом я говорю, помилуй Господи, дай силу перенести Сергею все. Ну, 5 минут назад только о вас молились. Вы у нас не сходите с молитвы, вы же друг и брат наш. Ну, я не знаю, я просто хочу сказать, что, ну, пусть, может, люди услышат, что я никакой не питаю ни вражды, ничего, ни к общине. Вот Виктор Андреевич там высказал что-то, и у меня там ситуация какая-то нездорово. Ну, это все от лукавого. Господь навевает все вот это, чтобы люди просто не соблазнялись, я хочу сказать. А вот завтра, если Господь позволит, вы маленько посмотрите, ролик 39-й идет. Каждый день мы ставим. А послезавтра я выставлю такой, который там концовка из него. Я беру здесь интервью, пришла наша сестра. И этот ролик будет называться так. Подлинный лик Московской Патриархии. Вот так будет называться. Она дает интервью. Ее в храм не запускают. Она стояла на жаре 30 с лишним градусов. Сейчас 34 градуса мороза. Она на улице стоит. В притвор даже не запускает. Только за то, что со мной знается. Она ничего не сделала. Туда переехала. Это ее родина. Она подошла к митрополиту здесь Сергию. А тот с радостью благословил. Да иди да в храм. Кто просится? Дверь открыта. Она сказала, поп все равно ее так и не пускает. Она на улице стоит, у нее валенки обтают, говорит, до земли тает. 2 часа стоит, градуса 30 с лишним, ни разу не простыла. Ну куда это годится-то? Вообще.
только за то, что знается со мною, больше ничего нету. И она что-то говорила там, вообще ни одного слова не говорит. Вот такая ненависть. Ну, были, конечно, у меня там и претензии, и все там такое. Но я священником вот буквально вчера с одним разговаривал. Ну, вы знаете его с этим... Сергей Бирюков, я вчера говорил, вот я говорю, ну, у меня были, конечно, претензии к нему там, и в чем я не каялся. Я говорю, допустим, если его не будет, мне будет, я говорю, мне будет, допустим, жаль, что я говорил такие слова о нем. Вот, то есть, ну, я заранее уже знаю, что я сожалею о том, что я когда-то что-то вам в чем-то перечил или что-то еще. Вот. Так что у нас отношения... христианские во Христе, я не питаю совершенно никаких эмоций противоположных. А Сергей-то Бирюков ко мне заходил. У нас два ролика записано. Он мне рассказывал. Я на неделе выставлю их, может, даже завтра буду выставлять. Разговор шел. Он сначала в этом записал, говорит, давайте, говорит, встретимся. По две, что ли, минуты говорится. А потом говорит... Маленько погодя опять пишет, ну тогда вам 5 минут, а мне 2 минуты. А когда стали говорить, он говорит 20 минут, а я 2 минуты. У него охота высказать, я говорю так. Он хороший батюшка, он в деревню его сейчас послали, там люди, кстати, совершенно неверующие, он там бьется, трудится, третий ребенок вот родился, он настоящий, как говорится, ну я не знаю, у меня все такие папы, в принципе, которых я знаю, ну настоящие папы, не то, что о которых вы рассказываете. Он трудится, отдает себя людям полностью и Богу, всего себя отдает. Ну, я выставлю ролик, вы посмотрите. Я не добавляю ничего, как есть, так и есть. Он согласен, все. Ну, разговор-то шел о том, как жить-то правильно, то, что было. Ну, он все это о себе все рассказывал. Вот так. А мы вас помним каждый день. Я даже ночью молюсь, когда всегда вас вспоминаю, как... Ой-ой-ой. Я говорю, вот я не могу даже надеть, мне Никита помогает надеть костюм. У меня же руки-то вывершены были, когда меня там крутили-то, это в органах-то. А теперь... Надо сделать, я встречался с этим, у меня друг есть тоже, у него такие вот болезни. И сейчас делают блокаду, если хотите, делают укол один, и на полгода они блокируют вот этот нерв, и боли не будет. Нет, я не пойду на это. Я ничего, только надеть. А сейчас вижу, уже полегче стало. Тут и жена, все давай что-то втирать, я никому не дался. Второй день, третий. А я стоял на коленях долго на холодном полу. Тут вечером склонился на стул-то и не заметил, как. Когда стал подниматься, то я не могу рукой шевелить. Видимо, нерв там. Виктор Андреевич позвонил, а он говорит, не врит. Я говорю, да я не вру, не врит, не врит, и говорит, не врит-то, звучит-то как. Я говорю, я не вру, он смеется. Что такое, да нервы, говорит, просто застудило. Так, ну вот, даже вот так крестить-то рукой нельзя было задеть. Но сейчас уже третий день, полегче маленько, уже сегодня до плеча вот так руку поднимаю, а кверху не дает. Нет, я не пойду ни на что, я люблю болеть. В меру сил, конечно. Я сегодня только с одним разговаривал. Он говорит, я тебе раньше не верил, теперь верю. Я говорю, вот мне сейчас принеси чемодан с долларами, поставь вот сюда и скажут, вставай и живи, как этот, как свободный человек, да, не зная заботник. Я не согласился ни за что. У меня сегодня это кошка одна, так у меня две кошки и кот. Но я голубям-то ношу, у меня дежурство идет у них, вахтовым методом. А одна такая коварная, вот сзади набежит на другую-то, а она от нее шарахнулась, прыгнула и вот в динамике ударилась. Я говорю, ты что делаешь? Мне Сергей подарил, а ты чуть не порвала, она сидит, лупается на меня. Я ее упрекнул даже. Ты давай щупать ее, нет, не порвала. Она ее разогнала, она сходу-то от нее ломанулась. У меня нынче дикари живут в комнате. Два диких голубя. Я видел. Уже малыши выпарились. Я никогда в комнате диких не держал. У меня всякие разные породы там, а такие, ну, разноцветные, очень породистые. И заболели, вертячка вот так шею выворачивает. Их не вылечить ничего нельзя. Но я принес и думаю, в этом-то, в коробке-то болезнь на них повлияет. Ничего не влияет. Что значит цыганская порода?
Ну да, их надо у них кровь взять и смешать с вашей, с вашими. О, вот. А у меня уже второй раз заболели они. Это как эти залетают, залетные где-то. Я спрашивал, тут такие опытные голубеводы, а что делать? Да ничего, только режешь и все. Но болезнь не передается ни курицам, ни человеку, никому. Голова выращивается, вертячка называется. Они говорят, уколы делают иногда там жировые, бесполезно. А этим нужды никакой нету. Так они, дикари поймал-то, ко мне на голубей от них залетели. Они прям рядом сейчас ходят. Даже эти смирились. А мы же молимся, они слышат, они добрые делаются. Ну а что же, они привыкнут теперь выпускать их. Выпускать. Я им тряпочки пришил, ну как окольцевание. Теперь куда? Сроднились, я им говорю, я им жизнь дарую. Они попадут у меня под амнистию. Маленькие-то голубята, сейчас я их приручать буду, чтобы они совсем ручные были. Собак всех прикормил, так вся улица смотрит, когда выхожу, глядят. А со всей округи собаки. Я смотрел, я думаю, блин, дает обалы, что ж побольше надо. Разные-разные, главное, большие, маленькие. Я вот лежу, у них иерархия. Которая маленькая, та обижает. Я говорю, еды побольше надо, чтобы мясо побольше приносили, костей. Да и заболела, которая мясо-то приносила-то. Она болеет, из больницы только вышла. А у меня ничего нету. Я уже делю помаленьку. Жалко, конечно, собак. Что ж, надо или убить, или кормить их надо. А так издеваться, что издеваться над ними. А я кормлю-то. А кто это бродящие, они нищи. Я вообще людям говорю. Тут по улице. Вы уж тогда если... По улице кормят их. А, кормят, да? Да-да. Ну, слава богу. Да, кормлю, я просто кормлю. И нарежу мясо им, настужу кусочками-то, ну и выйду, раз-два в день кормлю их всех, всю зиму. А на деревьях понавешал мясо для этих, ну, разными пучками, штук 8, крепко привязал так. И сейчас прилетают сороки перед самым окном, какие они красивые, пушистые. 4 сороки, зеленый дятел и желанщики мясо долбят. И коты лезут на кусты, на кустах. Не деревья, а кусты этой. Калина у нас растет? Да. На калине. Перед окнами. Я воробьев, наверное, около сотни кормлю. И жуланов полсотни. От голубей отходы. Я люблю птичек. Ну, по поводу вот этого состояния. Ну, то, что люди впадают вот в состояние ненависти друг к другу, вот разделение такому. Разве можно жить в таком состоянии, да? Вот когда имеешь к человеку что-то, ведь ты же становишься неспокойным, становишься совершенно больным, разваленный. Вот как можно вообще существовать в таком состоянии? Да примиритесь со всеми и живите в мире. Но если есть что-то и питаешь человека, ну, объясни ему все, что ты имеешь на него, и договоритесь с ним. Договоритесь, ну, как, помиритесь с ним. Ну, а как же так? Я, допустим, с человеком говорю, он говорит, я его ни за что, я не прощу ему никогда в жизни то, что он сделал со мной. А как же ты жить-то дальше будешь, если ты вот на этого человека имеешь постоянно? Как же так можно жить? Я в черный список вот заносил, вот даже на этой по этой теме, 2 или 3 я вообще, вот там этот Николай Негоголь какой-то там вообще, ну, я не знаю, неверующие на них пишут что-то непонятно совсем. И ты, говорит, в тельняшке, усы у тебя, все, а вопросы, говорит, у тебя не по делу. Ну, расскажи, он знает, какие у меня дела, он за меня знает, что мне говорить и что мне... Что это за это? Говорить, не говорить вообще. Ну, я выставляю это мое. Я так думаю, я так говорю. А почему ты думаешь, что я не должен так говорить? Что это за отношения вообще? Ну, как, что за отношения? Я не понимаю. Мы должны как-то хоть понимать немного друг друга. Ну что, разделяет вот так сатана легко нас, и мы ему поддаемся все. Вот. Я 3 дня решил еще маленько подновить свои знания. Ну и полностью просмотрел, просчитал все исторические данные про Меньшикова. Фаворит у Петра I был.
Потом прочитал про Кутузова, там много материала пришлось, про эти дни вот занимаюсь, Суворова, и там остальные, которые фельдмаршалы были. И чем все закончилось? Какие имения получали, все, и вдруг ничего нет. Суворов шел с армией, говорит, погибало сколько людей, где ничего нету, как будто никогда не было. И что это нам надо? Эта жизнь-то вот мелькнула, одна минута, да. Одна рука, и все кончилось. Есть такое стихотворение, наши громкие деяния, труды, заботы, суета, скользнут в пучину мироздания, как неприметная мечта. Так вот, зачем ты, свет, родился и столько вытерпел скорбей, к чему твой жадный ум стремился, чтоб стать добычей у червей, то жизнь и счастье, призрак ложный, тебя всегда кружит всегда во мгле, и забываешь, прах ничтожный, что ты прохожий на земле. Но есть за гробом жизнь иная, жизнь вечная, без счета лет. Тебя там участь ждет какая, об этом думал ты или нет? Это старинное такое стихотворение. Вот и все, все закончилось. Бились земли, друзья, войны, ничего нету. Ну вот, знаете, как, знаете, вот кто из поэтов, или кто это сказал, жизнь игра, вся жизнь это театр, да? Да. Ну, отчасти, я думаю, он прав. И вот мы эту жизнь, мы так и должны ее немного принимать, вот, ну, нельзя всерьез все принимать это, нельзя это все складывать у себя на сердце, вот по полкам раскладывать все. Это как театр, ну вот сыграли сцену такую, помирились, да и начали, продолжили жить дальше. Сцену другую играем, да? Вот, а чё ж на сердце все раскладывать себе? Это Уильям Шекспир сказал. Вот. И мужчина, и женщина выполняют, говорят, в этой жизни свои роли на сцене. О, да. Одни роли, да, кругом роли. А по сути, а что? Что мы по сути? Христос нам, Господь, сказал, будьте как дети. По сути, давайте умолимся до трехлетнего возраста, да и будем траля-ля, траля-ля. А что нам еще надо? Именно так. Когда человек приступает к Богу в молитве-то, самое-то главное вот в чем. Даже не в том, что мы болеем, неправильно желудок работает, когда на кого-то что-то имеем или нас раздражают. Самое-то главное – это молитва. И говорит, мужья, чтобы обращайтесь благоразумно с женами, дабы не было препятствий в молитвах. Не потому, что она состарится рано или что молоко у нее пропадет. Не было препятствий в молитвах-то. Вот что. Люди-то вообще мира этого не знают. Потерят там что-то отношения, мы друг другу не помогаем, там злословим. Это не на первом месте. Нет молитвы, положи жертву, прежде примирись. Да когда ты узнал, что нельзя молиться, ты не шевельнешься, ты в реку слез превратишься. Молиться нельзя, с Творцом связь прервана. Боже, что я наделал-то? Я не могу припасть к Нему, я не могу побеседовать с любимым, любящим Богом. Да поэтому все это остальное, вся земля того не стоит даже. Она сгорит, говорит, и земля, и все, что на ней. Ладно, я не буду это, вы уж спать, наверное, собираетесь. Да нет, вот еще собираемся, я еще маленько задержусь. И, ребята, у нас интересно, зашли ко мне, может быть, видели это, какие-то Колесниковы, Николай и Анна. Мы, говорит, не понимаем еще, но дети, говорит, нам построили тут что-то. Да это никакие не Колесниковы, Игнат Тихович, это вам закинул такую удочку этот, Петров или как его там. Ну, я не могу найти их, я говорю... Да это нету, их никаких нету. Что вы правду подумали? Правду подумал. Это закинул вам Петров, это, или как его там, Павлов, я не знаю. Он хотел, чтобы вы сделали, чтобы показывать всю жизнь вашу от и до. А вы уж по-своему это прилепили. Ну, а я все и показываю, ничего не скрываю. Уже 39 роликов, 39 дней прошло, и каждый день ставлю, я благодарю Бога, что это... Там... И нету никаких Колесниковых, их нету. Да ты что? Вот не думал никогда. А я беру, просто ко мне что пишут, я все выставляю, маленько комментирую. Такие большие материалы, каждый ролик больше часа. А прикинь-ка, это уже 39, это больше суток. У меня материала-то много, я так примерно ориентируюсь. Сейчас 10 минут. Сегодня решил написать письмо
сейчас только сел, печатать начал Рамзану Кадырову. На него такие нападки сильные, со всего мира ополчились, это пятая колонна. Сейчас Рамзана, если уберут все, Кавказ, они завоюют эти игиловцы. Вот поэтому за него надо молиться. У меня от него грамота благодарственная, или как сказать, я ему книги подарил, когда был там. Вот, мы за него всегда молимся. Они же там эти группировки на Украине уже концентрируются, вот эти, ну, антикадыровские, да, такие. Да. И они, когда вот это у него беседа была, когда этих он там их разоблачили, ну, арестовали, там они сидели сколько, пока их, видно, там маленько приводили в чувство-то. Ну и он на площади где-то, сколько человек, там человек 18 или сколько, а они прибыли сюда, чтобы убить его, киллеры. И теперь он им говорит, и тут же стоят их родители, привезли, мать плачет, отец, я имею право нанести ответный удар. Скажите, вот что вам не нравится, за что вы решили меня убить? Он разговаривает с ними, они голову опустили и стоят. Вот ты, говорит, лживый, ты же лгал, тут все такое, тот глаз не поднимает. А другой, я раскаиваюсь, примите, он обнимает его, целует. Он христианин прям настоящий. И главное, отпустил всех на свободу. Вещь неслыханная. Киллеров отпустить. Понимаешь, какой для нас урок-то это? Ну да, Кадыров, ой, как... Рамзан. Рамзан Кадыров, да, он сейчас служит как сдерживающий. Они народ мстительный, у них сейчас в крови, вот только дай им призыв, АТУ на русских, и все, и они же объединятся мгновенно в единую армию и пойдут опять войной. Да. А Рамзан, он как сдерживающий является. Это он большую несет миссию. Так он везде. Показывает он по Грозному, на велосипеде гонит, охрана отстала от него. Заметил там, что тонированные стекла не убирают. Он за машину сел, за рулем. Это пиар-программу такую сделали, как бы, но еще более его в народе как бы превознести. Но так это неплохо. Он, главное, неплохо, конечно. Он нарушил правила, не был пристегнутый. Ну и подходит там, виноват. Он говорит, виноват, поехал и в очередь стал. Там вокруг него не надо, я очередь достаю. И деньги платит в кассу, сколько по штраф. А там тонированные стекла не убирает. Ну а он сел, надел фуражку этого ДПС и поехал. Ну, конечно, не один там сзади. Подходит, да, Рамзан Ахматович, да еще раз Ахматович, ты знал, что нельзя. Они машин там забили, все это останавливают. Авария произошла, 7 человек погибло. Разве это годится? В школе ученик ученика побил, он уже там. Учительница говорит, учитель требовал взятки. Он пришел прямо с милицией. Допросил так, арестовать сразу же. Он самый популярный из глав региона. Ну, устал бы пиариться. Показывает, есть такой фильм «Сердце Рамзана Кадырова». Как дети у него, как жена приятно одета. И она... Интервью, говорит, никогда не дает при нем, вот так закроется, сидит. И как познакомились они с ним, как он едет цветы там, эдельвейсы, ездит на скалу, рвал. Видите, еще у меня вот вопрос вот по поводу, может, вы лучше знаете, вот по поводу кавказских народов, да, ну, мусульман вообще. Вот у них же, у них в исламе, да, у них предпочтение отдается лжи, допустим, по отношению к неверным они лгут, и они вот это превозносят в свою жизнь. То есть они как бы, знаете, они любят клясться. То есть он, если хочет, допустим, выразить свою праведность, он, я тебе клянусь. И вот они, понимаете, у них вот эта ложь. И воспитание детей, он любит, допустим, своего дитю, там, дитя свое обманывать, приучают ко лжи. Вот, вот у них в отношениях постоянная ложь какая-то, знаете. Это не по Корану, но я скажу, что Кораном, у меня 18-й том, открытым оком, я весь Коран разбираю по сурам и аятам в сравнении с Библией. Это не по их учению, а так принято, как у нас в обычае. Вот принято, ну, по традиции. А это нет. Это их так не учат. Я-то знаю, почему они такие лживые люди? Они лгут на каждом шагу. Так у нас-то лучше развито. А мы-то чем лучше-то? Мы на полшага раньше. И наши безбожники, они себе преподают-то как это самое верными. Знаешь, какая у них вера? Когда Шамиль-то уже сдался, его царь-то с ним разговаривал, и он говорит, это такой народ, пока, говорит,
На его глазах, говорит, головы четыре не отрубишь, говорит, шашка не мелькнет, говорит, не покорится. Он не по убеждению, а с уголовы ему отрубят. Это Шамиль говорит. Шамиль, тот, который Кавказ когда не сдавал. Так Шамиль-то как, пленили? А потом его повез царь в Петербург, все показал, тот дивился, какие храмы. И отпустил, он поехал в Мекку, как умели обращаться. И все, война заглохла. Видишь как? Ну, говорит, не по Корану. У них же в Коране прописано, что можно, ну, так же, как и в этом, в Торе, да, что можно неверных обманывать. Нет, слова обманывать нет, это напрасно. Вот, допустим... В этом самом банковском деле, в расточительстве, там, давайте, допустим, гою можно, ну, под проценты, вот, а своему нельзя уже. Ну, а своему такая нельзя, вот, но в это написано. Танах разрешает, поэтому он и делает. А дальше-то они сами придумывают. Вот по еврейскому вопросу у меня три тома по 750 страниц. Весь Талмуд. Талмуд — это не книга, это 12 томов. Ну, и вспомните, получше, по-моему, там у них разрешается обманывать неверного. А обманывать не разрешается, это нету этого. Это у них Шульхан Арух. Вот где это у них. Это самая ненавистная книга. Вот если идешь мимо храма, то плюнь, чтоб ты провалился. Вот русский корову пасет, а там чеченец. А чеченец, говорю, еврей. То спрашивается, а можно ли корову отдать пасти? Нельзя. Нельзя, если один пастух. А если два, можно. Почему? Чтобы не изнасиловал корову. Корову изнасиловал. Понятно? Причина какая? Теперь женщина, если работает, а там гои работают, то можно ли ей? Нельзя, можно, если только ворота открываются в эту сторону, там показано, где люди идут. Если там такого-то возраста, 5 мужчин не меньше, тогда они ее не тронут. Ну, это понятно, это у евреев, я имею в виду мусульман. Я все-таки я найду обязательно в интернете по поводу обмана, то, что в исламе все равно в этом Коране... Я не считал, что можно обманывать, нет. Есть такое времена, когда караваны грабить, там это разрешено, но обманывать нет. У них, я даже не знаю, возможно ли это вообще, чтобы признали это. Что я не помню точно, но я вот, думаю, что есть, потому что где-то я читал такое. Не могу сказать. Не могу. То есть я определенно говорю, нет этого, но раз настаивать, я тогда молчу. Но опять же, не брата обманывать, а кафира обманывать. Ну, может быть, где-то как-то. Но только это уже хадисы, это уже не Коран. Это как у нас, ну, предание, так назовем. Ну, да. Определенно нет. Под проценты, да. Если скотина там, ну, задавилась или что-то, тебе есть нельзя, еврею, а язычнику можно продать. Ну, курица задавилась, кровь не вытекла. А им можно продать. А почему они не видят, вот они ненавидят мусульман, евреев, мусульмане, да? А почему они не видят, что их Коран в точности переписан с Торой? Почему они этого не видят? Нет, он не в точности. Я объясняю это. Там меня спрашивают этот вопрос, мне в университете когда задавали, и я отвечаю. Там интересно, обо мне характеристику дает проректор. Я, говорю, тоже считаю, говорит, книги Лапкина. Он говорит, почему евреи ненавидят мусульман? Мусульмане и евреи. Да, точно, а я Лапкин отвечаю, только потому, точно так же, как православные ненавидят тех и других. То есть у меня разницы никакой нет. Я не предвзято это объясняю. Почему? В первую очередь, он брал на слух. Давайте отвлечемся от всего. Я сравниваю с тем, что в Библии написано. Он на слух брал. Он, Мухаммад, был очень интересный человек. Активный такой. Ну и когда он женился на ней, она чуть не в два раза старше-то его была. И она богатая была. И он, как ее, как сказать там... не уполномоченные, или как у них назывались, а управляющие. Он купец, ездил, и везде все слышал. Рядом жили христиане, но христиане там еретики. Ну, и они тоже там такие христиане, да? Да, и он от них это все поднабрался. Но, допустим, он почитает Дуайт, это Давид. Про Дуайт он все правильно говорит. Но почему ни одного псалма не написал-то? На память-то его нельзя запомнить. Он живые помощи мог бы запомнить? Нет, не хватило ума. Живые помощи, я сидел вот, когда в камере, а у нас со мной сидел преподаватель второй группы космонавтов, Лозин Анатолий Максимович. Память была, ой-ой-ой. Две книги в день прочитывал,
ну, страниц по 350. И я мог его проверять, чуть не цитирует. Но я говорю, а вы могли бы законспектировать? Свободно. Я говорю, давайте считай, 90-й псалом дал ему. Он просчитал, полежал, говорит, да, еще раз просчитаю. Просчитал еще раз, шевелил губами. Говорит, а она, говорит, не конспектируется. Такая связь, говорит, что одно предложение тянет за собой другое. Понимаешь, это у него ума на это хватило. И вот здесь, когда разговариваешь за что-то, как он это мог? Он только вот это мог сказать. Из житий святых он только взял один пример. Когда отроки, 7 отроков уснули, через 120 лет проснулись. Почему? Ибо и архиереи не верили в воскресение из мертвых. Состояние православной церкви. Вот какое. Дальше он берет, ну дальше это что ему рассказывали, то он и помнит. Как Сулейман сделал, когда царица пришла, он такое встречал, как пол такой, как озеро, как вода. А ему охота была ноги ее посмотреть. И она подол-то подняла, а на самом деле нет, а зеркало-то отражало. Ну, вот такое вот все. Ну, что слышал вот это? Все на крае муха. И такое, знаете, вроде бы это, и вроде бы совершенно не то. Он не... Говорят, он получил от Джебраила, я об это никак не могу поверить. А смотрите, у них вот сейчас даже современные учения строятся на житиях святых наших. Они многое берут из житий наших святых. Может быть, сегодня, но в Коране только единожды поминается жития святых. Но я специально этим занимался. Ну, целый том. Поэтому есть моменты, которые есть там, но когда у нас одна женщина говорит, так это что, настоящий Коран? Я говорю, да. Как со спутанными ногами, говорит, идешь. Даже сравнивать не с чем. Ну да. Притом, я когда разговаривал с теми, там мулла, имам стоят, они, а вы как считаете, по-арабски? Я говорю, нет, лучший перевод Крачковского, там Юлиан, который переводит. О, это не то. А сами не знают. Как вот священник один, а мы знаем церковно-славянский. Говорю, как русский, мы с женой разговариваем. Я говорю, только не отступайся, разреши, я тебе одно предложение скажу. Так, я сейчас пришел в магазин к Никите, он перевел по-славянски. Я говорю дальше, но у него крутые ступени в подвал. И я наступил на шнурок развязавшегося ботинка и упал и расквасил упрямый поповский нос. Переводи. Ты тут и засохнешь, я говорю, не переведешь. Он губами пошевелил, ничего не получил. Я говорю, на что ты переговорить? Ты должен переводить слово в слово, мгновенно. Ну как слово в слово, если в этом языке не было тогда даже таких обозначений? Шнурки какие-то. Раньше шнурков не было. Ну вот как, Рамзан Кадыров когда говорит по-чеченски, а потом по-русски. И время от времени в чеченском языке у него мелькают слова русские. Президент, то другой, их нет слов таких. Но он бы вставил шнурок, он вообще не мог перевести. Нет, это другой язык. Это талант нужен, талант. Он Суворов, он свободно разговаривал на нескольких языках. Ну, к примеру, уже, допустим, старославянский язык уж никак не отъемлем от молитвы. Допустим, я не могу молиться на русском языке, хоть ты меня убей, у меня слово не звучит на русском языке. У меня так же, я молюсь только по-церковно-славянски. Я с детства приучен Богородице, там, достойно, и молюсь так, как у старообрядцев. Я знаю, как это, но у меня не идет. Я «Отче наш» считаю по-славянски. Ну вот, допустим, я пробовал, допустим, читать «Да воскреснет Бог», да, по-русски. А небесы, они даже им вообще им все равно. Тут же читаю на старославянском, фух, разметаются в пыль сразу. Я тоже только по-церковно-славянски «Да воскреснет Бог» считаю. Я с детства так научен. И мне это как раз. Ну, а ребята у меня, братья, они считают по-русски. Они, у них, ну, нету навыка, у них там нету этого. Так вот, такие наши дела. Ну, ладно, Игнатий Ильич, ну, вы, в общем, знаете, что у меня нету вам. И у меня нету. Прости меня, Христа ради, дорогой брат. Если, может, обидел, сказал еще как-то, не знаю. Я вообще-то не говорил о вас никогда худо, ни разу. Да, и вы меня простите, если что не так. Слава Боже. Может, что надо там спросить, вот. Мало ли что. Вот, все. Никита говорили, устроиться на работу. Сколько ни ходил, нигде ничего никак. Так что работает он где тут своими,
Что там у него не получилось? Это... Никита, ну-ка подойди сюда, покажись. Брату Сергею. Что у тебя с работой-то? Вот сюда, чтобы тебе видно было, он туда. Мир вам. Волосы. Привет. Что там у тебя, дорогой, что там не получается? Да что, то там военный билет надо, то еще что-то. Ну и как, то звонит перезвоним. Они же рассматривают твой статус, да? Да нет, никого этот мой статус-то не волнует. У них свои правила, они по ним следуют и все. Ну а зачем, если статус не волнует, а билет зачем военный? Ну так, на государственных предприятиях требуется военный билет и все прочее. Там медицинская книжка и трудовая. И, ну и что там, что-то... Он пошел здесь на прорубь, Иордань, там митрополит, священники-то. И скажи, как тебя милиция остановила-то? Ну, тут прям возле недалеко от дома сразу подъехала машина, там вышло два милиционера, два полицейских, это у нас милиционеры. Ну да, это когда было, позавчера? Ну да, тут с автоматом он, другой тоже, другой, видимо, стажер еще, парень, чуть может моего возраста. Ну и, кстати, так бы... То, откуда я, что, почем, спросили документы, посмотрели, все, ну, отпустили меня минут через пять и уехали. Ну, я, как ничего не бывало, пошел дальше себе, но как шел, ну, так и пошел. Что хотели, не знаю, может, вот этот, Игорь сегодня предположил, что, может, бороду мою увидели мою. Может, поэтому... Хотя, с другой стороны, со спины подъехали. Не знаю, в общем, у меня там три предположения было. Первое, что просто в честь праздника они там, может, патрулируют, второе, может... Может, какое-то задержание там по городу, они кого-то ищут, там просто проверяют. И третье, что может просто молодому стажеру то показывают, как там работа происходит. И я на опыте, как это происходит на мне. Меня в 90-е годы, где-то в 93-м году, стою на остановке, и подлетает воронок, скручивает меня и закидывает воронок. И все, без объяснений, без всего, в отдел привозят. Ну... И все, и через полчаса отпускать. Я говорю, вы меня взяли в другом конце города, отвезите назад. А, да иди ты. Вот, по этим просто попал, ну, как по описаниям. Кто-то там с кого-то шапку снял, вот, а я попал просто под... Они мне руки выкрутили, и все, и бесцеремонно. И меня и пальцем не тронули даже так. То. Ну, сейчас-то у них это самое, у них нет полномочий, да, и сейчас их наказывают строго, да, вот, ЭГАИ, вот, они, законы там строгие сейчас, чтобы не прикасались к людям. Ну. Ну, ничего, работы там, работы вон у Игната Тихоновича хватает. Ну, это сейчас, да. Сейчас скоро весна, поедете эти пруды копать. Еще там парочку, да? Ну да. Что там надо в деревне? Может, какой? Не знаю. Что там? Еще одну плотину там? Или может, какую дорогу еще одну вручную выкопать там? В детском лагере хватит работы. Там надо заготавливать дрова и прочее. Ну там дорогу продлевать еще можно. Там далеко же, она дорога длинная. Денег нет. Это очень и очень дорого. Совершенно немыслимо. Еще Господь даст денег. Мы, главное, чтобы к работе готовы были. Я же этот ролик, я смотрю, как вы запрягались в эту в доску, запрягались, и Игнат Тихонович как тащил это, как доску он тащил. Какой? Грейдер такой он. А, доску. Грейдер, там эту доску веревки привязали. Не, как мы телегу на горку затаскивали, там нагруженные. Да, я тоже видел, да. Ну так. Ой, кошмар. Я же говорю, а построили этот... И, а мы с матушкой вдвоем смотрим, она говорит, да что же они, что они делают, а она говорит, через 3 года все там поразмоют, в смысле эти доски-то вы делали там, куда это сходил бы, стекала вода в пруды. Это как Олимпийские игры, главное, не результат, главное участие. То есть. Ну да, ну а что, а участие тогда, вон, я же говорю, это, поехали в деревню какую-нибудь там, у людей домов много развалинок, кому крышу починить, кому чего. Не, ну первым делом нужно деревню восстанавливать, а потом уже там в деревни другие ехать, нужно свою деревню-то восстановить. Ну тогда в своей деревне, да. Ну, а что, они пусть своих подвижников ищут, мы там поможем, если что, советом. Да советчиков много, делателей мало. Советовать легко. Я говорю, чужую беду руками разведу, а себе ума не дам.
Да. Вот так. Что интересно, вот я утром встаю на 1,5 часа раньше их. Они в 4:40, а я в 3 почти встаю. Но вечером ложусь на 1,5 часа. Как кто-то взял у меня график мой, сдвинул. Вот после этой темы, которую каждый день я ставлю новую тему, и утром-то мне надо все проверить, я отовсюду там и из скайпа что пишут, и отовсюду, без комментариев даже, ну, понятно, о чем редко комментирую. Но большие... Это Господь для избранных время сокращает, поэтому сбилось, поэтому... Сергей там еще говорит, никаких, говорит, Колесниковых нет, Николая и Анны. Да, конечно, нет. А что, вы не знали, что ли? Не знал, даже не знал. Если бы они были бы, они бы давно бы уже вам показались, открылись. Так они говорят, мы сами не можем ни писать, ничего, они сказали. А я все время думаю... Я понимаю, но они вам еще что-то писали? Они писали, когда дети к ним приехали. И они говорят, вы вот это сделайте, чтобы каждый день мы видели как. Мы только одну кнопку знаем, как нажимать. Вас смотрим, ничего не можем, ни написать, ничего. И ничего тут такого-то не было. У меня даже в мыслях не было, я так и считаю. Хорошие люди толкнули, а я откликнулся. И вижу, что сам бы я не додумался до этого. Да это Петров там делает. Он ко мне зашел тоже на это. Я его в черный список поставил и на почте, и в Ютьюбе везде. Ну там вот этот вот, который больше всех активный такой роли. Это же вот эти ролики с бесами, там, обличители Лапкина. Это все его рук дело. Это не Дудин делает. Это все Петров делает. Но... А этот Петров, я думаю, это вообще не человек, а демон какой-то. Он нигде не открывается. Я ему предлагал в скайпе пообщаться, он не выходит. Он, может, без тела вообще. А Дудин рыскает по всему интернету старые наши 9 роликов, которые были хорошие, прям замечательные. И он нависает над ними и то ли взламывает, или как убирает эти ролики. Притом, мне уже сегодня ночью опять сообщили... Что, говорит, делать? А что? Кто он такой? Ролики, Геннадий Тихович, да пожалейте вы его, не надо. Примиритесь, ничего вы, примиритесь вместе. Да я его не трогаю даже. Он ко мне заходит, вот уже 4-й раз я его заношу в черный список, он опять заходит. Зачем? Он переделывает все это, делать-то нельзя. Давайте я вот организую сказать, беседу такую и постараемся вот примириться. Вот нет, я спрятал. Невозможно, невозможно. Ему надо сначала залезать все, что он сделал. Сколько он нагадил. Он совершенно неверующий. Если человек имеет веру, разве может это говорить? Он не соблюдает ни ранжир, ни что. Он никакой. Только то, что мы с ним говорили, убрать эти ролики. Он или подкаблучник, жена его давит, или там понял, что-то ему вроде обещают. Сказали вы в этом в миссионерском отделе какое-то. Ему надо теперь терпеть. Не обещает ему. Это все идет у вас, дело принципа. Он на вас, вы на него. Надо заканчивать эти дела все. Да я-то его не, дорогой брат, я его вообще не трогаю. Он нападает. Он там в студии сидят, Самсонов, там Скуратовский. Я-то ничего нигде не собираю, не говорю. Они же делают-то. Я в невыгодной позиции стою, я только молюсь и все. Я понимаю, что так нельзя делать. И он в Германии там одна какое-то, там на других везде, чтобы ролики убрали. Ролики хорошие, мои беседы с ним. Больше 2 лет стояли, ничего. Сбесился просто мужик. Он фикса идея называется, это беснование. И с ним невозможно примириться, он назад уже не пойдет никогда. Он выкопал ров ртом своим, который ему не перелезть уже. Это невозможно. Это прямо вот такие слова, которые говорят, это... Только сатана может говорить. Где бы он ни выступал, он страшными словами поносит все, что слышал. Вчерашнее. Кругом измена, трусость и обман. Он изменник. Я и к нему ничего не имею. Вообще на него не выхожу никак. А он непрерывно везде гадит. Поносит. Я ни одного слова не говорю даже. И договорились тогда Скуратовским не называть. Они первые начали по фамилии, и все. Но тогда я вижу, что нельзя. Я их на одну букву только называл. С там или Д. Они ни слова не держат, ничего. А с чего началось-то, когда беседовали? Я сказал, что баптистов надо перекрещивать, они не церковь. Как он сбулгачился. И с того момента он никуда не перешел. Это засланцы. Какой же он православный-то? А зачем ты лез в православие, когда тут все хуже? У вас на русском языке православие выигрывает только за счет благодати освящающей. То, что есть епископат, есть священство. Зачем он пришел-то, непонятно.
Я не знаю, я так жить не могу ни дня вообще, как вот. Я даже не представляю, как можно так. Ну вот спросите, какие слова-то он говорит, когда сидят они в студии-то. И этот говорит, вот Лапкин ездит на двух УАЗиках, ни одного УАЗика не было. У меня съемочная группа снимают, как я вроде два слова не могу сказать, и только у меня программа, я по бумажке. То есть что попало? Пускай ничего хотят, то и говорят. Да, пускай. Пускай. Да мне какой мир? Мир? Там мира никакого нету. И они не желают этого мира. Я у них ничего не брал. Им нужно, чтобы меня не было. Представьте, они теперь, там какой-то Дулевич, нападают на митрополита, на Сергия. И мы с ним по телефону говорим, он говорит, а что это за люди такие? Прям непрерывно, до чего они нападают? Говорит, такое впечатление, что они вас убить хотят. Это понятно, что это демонически одержимые люди, злобой. Ну, я вот что хочу сказать, вы все-таки тоже это, раз огонь это раздуваете, все-таки. Ну, он вчера, сегодня только ночью опять, ну, я еще могу сказать, ночью опять залез. Зачем он ко мне лезет-то? Я его занес в черный список, он опять взламывает и залазит. Зачем он делает это? Они по сути, люди неплохие, и Дулевич тоже, он хороший человек-то. Ну, хороший, сути. Знаешь, я такой, избежавший из ада. Фильм такой, хороший, он говорит, а тут много хороших, там много хороших в аду. Да какие это люди-то? Он не смотрит ни на что, ни на возраст, ни на знания, ни на опыт, ничего нету. Они вообще никакие. Вы это... знаете, как этот... Пришел сейчас Иешуа Ганозри из этого, из «Мастера Маргариты». Он говорит, как у него этот Пилат спрашивает, а ты, говорит, всех называешь добрые люди? Он говорит, всех добрые. И этого палаща, который рядом стоит, мордоворот, и он добрый-то, и он добрый. Он же не зря сказал, что вы, если бы мне дали немного времени, он тут же бы изменился, я бы изменил бы его. Ведь она же доброта, она все побеждает. Вот это примирение, оно все побеждает, все разглаживает, все морщины. Он не может пойти на это. Он вырыл ров ртом своим. Он не может пойти на это, потому что другого уже ничего не осталось. У него фиксная идея, это психическое повреждение. И он до этого жаловался, у него воспаление мозга. Что тут не видно? Это прямая одержимость. Какими словами говорит, да это... Вот мы сидим в епархии, два епископа, мы беседуем. Ну, они как бы тянули, чтобы как бы вместе-то быть-то. А отец Аким говорит, ну, как же вот быть вместе-то? Вот сейчас говорят, вот пишут, вот в интернете выставили, что в Потеряевке служат сатане, что это сатанинское. А, это был Максим. Это, конечно, исключать надо, это уже... Об этом даже говорить, я думаю, не стоит. Зачем? Так вот ему он говорит, а этот архиерей-то, и говорит, а кто это такой? А рядом секретарь сидит, говорит, да это с Горного Алтая. Убрать! Мы домой пришли, уже нигде нету. И все. А архиерей сказал, или даже не знал, они тут хорохорятся. Да они трусливые перед архиереем-то. Из них только выжимает сок. Андрей Кура все написал, как они сразу решили в 5 раз больше налог со священников брать. Едва-едва утрясли, только в 2 раза больше. И поэтому у патриарха нулевой рейтинг сегодня от священников. За вот это вот поборы за эти. Андрей Кураев-то материал за материалом выставляет. И притом не вызванные. Близятся такие времена, что мы друг дружку будем искать и прижиматься друг к другу будем. И чё ж, да, да, все да, на пороге, все уже, все войной уже в воздухе. Абсолютно правильно. Правильно. Но я в Потеряевке, у меня выход в интернет, они в это время что делают? Пух и прах разносят. Они, я называю это, просто сказать, Саша, кодло патриарша, то есть бредовщица. Вы посмотрите, они-то враги наши, я имею в виду те, что на страну на нашу покушаются, они-то объединяются, а мы разъединяемся наоборот. А зачем они это делают? Но я не такой, такой, как они, я не могу быть, потому что я вижу недостатки и говорю, что им от меня нужно. Они заранее настроены против. Вот я приезжаю в Томск, где там служит там Максим и прочее. Я привез книги подарить Ростиславу, митрополиту. Но мне сказали, его нету, но секретарь его находится в храме. Я пришел, говорит, вот он стоит. Он преподаватель в семинарии ротмистров. Ну, я дождался его, первый раз его вижу. С бородкой выходят. Рядом молодые ребята, видно, семинаристы. Я поздоровался и говорю, мне сказали к вам подойти. Я из Алтайского края. А кто вы будете? Я говорю, Игнатий Лапкин. Он сказал, Игнатий Лапкин, а что вам здесь нужно?
Я говорю, я вашему владыке книги привез. Что за книги? И оно показывает симфонию на жития святых. Это аполитичное совершенно, жития святых. Он только лиснул. Вот. Я говорю, да тут благословение Московской патриархии нашего епископа. Так это когда было? 10 лет назад. Я говорю, да что, оно прокисло, что ли, благословение-то на книге? Он не никак. Он как начал меня понужать. Я говорю, скажите, я вас обидел чем-то? Или как? Я уже уйти от него не могу, он прямо вцепился в меня. А потом, когда уже говорили с Сергием-то, с Дудиным, то он говорит, а его уже нету нигде. Да зачем же вы принимаете такого человека-то? Он же портит людей. А потом сделался сам в 10 раз хуже его. Ну, ролики, 9 роликов, все прекрасные. Чего вдруг он решил их везде все изымать и грозиться всячески? В Германии там наша одна, у нее ролики. И кружился, кружился, она встала, утром роликов нету. То есть взламывают и прочее. Это бандиты какие-то. Его ролики. Ничего не добавлено, ни одной буквы, ничего нету. На днях мне претензии предъявили, но я не знаю, 24, кажется, ролика убрать. Где-то что-то там чуть музыка зазвучала. Музыка! Чуть-чуть, там фотография одна. Я не стал, все смело перенес на мой мир. Это все их работа, им это надо. Зачем это делается? Как мириться, когда ему это не надо? Это не его стихия. Мир, это не его стихия. Это все, я вам скажу, это не их работа. У этой работы есть конкретный исполнитель. И называет он себя Петров. Это все делает Петров. Это не Дудин делает, это все он делает. Ну как не он-то? Его фотография Дудина, его все данные. Нет, это понятно. Я вам говорю то, что вот это все делает, это вот все вражду вот эту, это Петров, и затеял он все, и все это он продолжает. Это он, я не знаю, это не человек какой-то. Может быть и так. Но дело в том, что я каждый день молюсь о Сергее Дудине, когда он сказал, квартиры нету. Архиерей меня, говорит, может выбросить на мороз с детишками. Я каждый день умоляю Господа, дай ему квартиру. На меня это никак не влияет. Я знаю, что это награда моя. Ох, у меня к нему вообще ничего нету. Совершенно. Кроме того, что Господи, каждый день ребята слышат, не вмени ему в судный день этого безумия. Прости его, Господи, он не знает, что худо делает. Ну и все, и что? И все, и давайте мириться будем теперь на этом. Пожалуйста, пускай мирятся. У меня к ним-то ничего и не было. Я на их ресурсы не залажу, ничего не говорю. Вопрос вот такой волнует. Он сейчас в основном он всех волнует, и ваших соперников, и, как говорится, друзей, и братьев. В общем, что, если отцу и Акиму-то предложат Московскую патриархию, примет он предложение? Конечно, нет. Куда идти? Волчью стаю? В уме или нет? Куда звать-то? А что ему помешает? Мешает принять предложение? Ну, даже прихожанка наша и стоит на морозе, в храм не запускают. Ну, что говорить-то? И архиерей приказывает принять ее. Ну, а вы видите, что сейчас попадает под что? Они сейчас что говорят? Если подтвердится то, что вы, ну, вот, нет вот этой принадлежности, что давно от вас отказался Виларион, да, этот, уже по канонам получается, что все таинства, которые он, отец Иоаким, делал, они недействительными являются. Как интересно. Вот это Сталин с Берия организовали патриархию 4 сентября 43 года. И вот эта дурнина в башке, да разве меня от любви Божьей что-то отлучит? Ни скорбь, ни теснота. Теперь смотрите, 10-12 читаем мы Евангелие от Иоанна. Наемник видит волка приходящего и бежит. Кто виноват-то? Кто раскалывает? Наемник бежал. Кто наемник? Кто волки? Кто овцы? И волк расхищает овец. Так а наемник, дальше продолжим. Почему про него не говорится? Он ушел навсегда. Вот наемник он бросает. Мы никуда не переходили. Мы как были бы наемник. Их затащили в волчью стаю. Он хочет туда, я туда не хочу. Я ничего не менял. Какой был, тот и остался. Это все выдумка. Мы так были, так и остаемся. А что, допустим, что отцу Иоакиму, какие сложности возникнут, если он вдруг перейдет в патриархию? Что, он никогда не перейдет, это невозможно практически. Нет, ну даже если, допустим, а что может измениться тогда? Все. Это сразу прихлопнуть. Ни Потеряевки, ни детского лагеря, ни книг, ничего нету. Все размещут, мы их знаем. У них сталинско-беревская хватка мертвая. Они никому ничего не прощают. Ира Тевич, да не те уже времена. Ничего не размещу. Нет, браток, дорогой, ты ничего не знаешь. Мы каждый день это видим. Вот наши Евангелия раздают. Евангелия. На крещение пошли когда.
из толпы идут, а их там попов, там может 30 или 50 идет, из толпы вылетают и прямо готовы убить. Ну, они прямо трепещут. Это мы разные. Это невозможно. Мы в уникальном положении находимся. Господь убрал всех, кто может нас раздавить. И теперь дают полную свободу. Мы ничего не отрицали, никуда не переходили. А было ли такое в истории мира за 2000 лет, чтобы ничего плохого не делали, а их просто сказали, и переходите друга, не было. У нас супер уникальный случай, и мы должны его выдержать. Мы молимся, как были, так и есть. А у нас епископа-то нет, его уже лет 5. Все уже кончилось. И что? Епископ перешел, и благодать отнята. Да какое понятие тогда благодать? Это Бог должен утверждать. Бог все время, как только что-то сказали, так слушаюсь, это Бог козыряет. Ну, давайте еще что, я слушаюсь, как Андрей Кураев говорит. Да наоборот должно быть. Бог сказал, вы должны откозырять Бога. У них перевернуться сознание. Я ни в чем не виноват. Кто раскол делает, батюшка сказал, топор или щурка? Это вы придумали все, Путин это придумал-то. Об объединении речи не было даже. Не было. А признание в каноническом общении мы признали. Мы приняли. У нас служит архиерей. А теперь архиерей служит, его надо убрать. То есть они бешеные. На митрополита кинулись, говорят, как свора собак. Ну что это? С кем мириться-то? С сатаной мира никогда не было, не будет. А война и до победного конца. Мы свое дело делаем. Пусть они делают. Они ничего не хотят делать. Они ни одной деревни не могут начать. Это детский лагерь какой, как мирской, все. Оттуда приезжают к нам, говорят, а там, говорит, все разрешается. Все. Ни поста, ни креста. У них ничего нет. Они каждую книгу мою, где видят, готовы разорвать. А я говорю, что конкретно покажите. Сейчас, в прошлом году это было еще, Тараси сказал, в Почаево собрались по моим книгам. По моим книгам, там профессор участвует. Ну и что? Ничего нету. Теперь передали Дворкину. Дворкин что? Ничего нету. Ничего нету. В разных епархиях работает цензорский отдел. Ничего нету. Нету ничего. Да подождите, нету. Они сейчас вот к концу месяца соберут, там собрание будет в Москве. Там, ждать не надо. Пустое все, дорогой брат. Пустое. Мы ни в чем не повинны. Перед Богом. Свобода моей совести не запятнана. Ищущий повод всегда его найдет. Ну, так тогда какие они верующие, если ищут повод? И с ними мириться, которые ищут повод, чтобы обезглавить. Да сохрани Бог. А мы молимся каждый день за патриарха. Просим, чтобы Бог дал им духовное рождение свыше. Чтобы этой злобы не было. Вот в Хабаровске, ну там был-то я один раз. Скажи, то только услышали, что я есть, прямо из себя выходит. Тула, в глаза не видали. Отца этого Яна Суворова, он у тебя был, вызывают. Ты отрекись от Лапкина. А он там храм построил, через него, то есть, там большой бизнесмен помогал. Не упускают. Ну, говорит, вы скажите, что да зачем брали цензоры, книги держали месяца два, потом вызвали. Говорит, ну, хоть одно место покажите. Да зачем тебе надо, ты дай слово, что не будешь, иначе башка твоя долой. И все. Это изверги рода человеческого. Это особый тип людей, манкуртов, выращенный Сталином и Берией. С ними нельзя дела никакого иметь. Зарубежники больше всего боялись то, что они не держат слова. Вчера говорили, договорились, утром приходим, нету. А почему? Они порешили по-другому и ответа не дают. Ни одного ответа. Хуже мирских, намного хуже. Сынами гиены делают люди. Я должен туда идти, до чего ради-то? А у вас теперь нет епископа. Я его не удивлял, епископ, он сам сбежал, наемник. А овец волк не может забрать. Вот уникальный случай. Он не может ничего сделать. Мы ни в чем не винны. Перед Христом я не согрешил. А еще ради меня Христос будет вычеркивать. Они еще о моей душе заботятся. Ты посмотри, что делается. Каждого пятого священника за неблаговидные поступки под запрет. Только в нашей епархии. Когда я сказал каждого, говорят, у вас устаревшие данные. Уже каждый четвертый. Ну и все. Куда идти-то? Я нахожусь на своем месте. Бог мне это дал, я работаю. Людей жалко, в людях жалко. Смута какая пойдет. Жалко, это я согласен. Но мы каждый день об этом молимся. И Господь дал такого митрополита. Батюшка вот сейчас с ним встретился, прекрасное отношение. Просто прекрасное. Ничего нету. А то, как решают благодать, что батюшка делает недействительно. Ну, что они могут говорить? Что ему Бог открывает, докладывает? Нет. То есть безбожники. Да разве верующий это может сказать?
Уже я знаю, что творится в патриархии, откуда эти миллиарды, патриаршая, табак и водка. Весь мир знает. Но я никогда не скажу, что он безблагодатный. Все рукоположные им признаются мною. У них этого нету. Игорь Тихонович, там достаточно того, что они сейчас факты предоставят, что как вы о патриархе отзывались, как вы его только не называли, причем не только в книгах, а в видеозаписях, да, и все, да, этого будет достаточно. Что достаточно? Ну то, что как вы называли патриарха. Ну как я буду называть, если это соответствует действительности? Это не я его называю только. Я покажу, откуда я беру, с какого места. Я его называю. Не, ну места-то понятно, но из уст ваших слова-то... Так, я сказал, все, я сказал, пусть судят. Но я за него молюсь, чтобы этого в нем не было. Я для чего говорю? Не поносить его, а чтобы он был другим. С него спрос будет больше, чем с меня. Премудрый Соломон говорит, с начальствующих будет строгое взыскание. И по любви к Богу я распространяю мое влияние на него, молясь и говоря об этом. Хорошо. У нас здесь Гедеон, потом он Ставропольским стал митрополитом. 13 лет. У нас были такие с ним беседы. Ой-ой-ой. Полная прихожая священников, он никого не принимает, а меня за руку и к себе, и сидим чуть не 2 часа. Я уже говорю, там люди истомились ехать, посидят. Когда уезжал, последнее слово сказал, говорит, 13 лет я служил, все вы лицемеры. У меня только был один человек, который правду мне говорил в глаза. Вот и все. Общий результат. Глаза говорил, но не на весь мир. Ну, как если бы вы сказали всему миру, там бы другое отношение было. Ой, про то я не знаю. Тогда у меня книг не было. У меня все это напечатано в книгах теперь. И наши... Ну тогда не было и книг, и интернета не было. Сейчас-то вы этого говорите всему миру. Еще нету. А это совсем другое. Бог судит намерения, брат, сердечные. Мои намерения такие сердечные, чтобы он был другим. Вот он, патриарх. Говорит правильно. Крестит ребенка, вот так держит, ноги торчат, и вы видели снимок. Ладошка. Так что он не знает? Его извергать надо согласно канонов. Иларион говорит правильно. Этот... Согласно Евангелию, тогда уже поедьте, добейтесь уидиенции и с глазу на глаз обличите его. А вы же сразу бегаете. Я у него был там. Дальше не пропустили. Милиция задержала. Ты говоришь, я это уже сделал. Я писал, ответа нет. Я писал Пимену, Алексею писал. Ко мне претензий нету. Я приехал туда... Чистый переулок 5. Дальше проходной не пропустили. Вот и все. Книги посылал. Ответа нету. Как будто бы не они там живут. Вот сейчас я посылал одновременно и патриарху, и Путину. От Путина пришло, от патриарха даже не знаю, было ли не было. Вообще не отвечают. И это говорит Андрей Кураев. На 30 моих писем ни одного ответа. Еще нормально? И куда звать-то? Это пустое место. Господь не заповедал так, говорит, чтобы не властвовали над наследием Божьим, Петр говорит в послании. Не господствовали, а они по-другому не могут. И когда архиерей к нам приезжает, то он даже попытки не делает командовать. Он здесь радуется, целуется, обнимается, и целый день улыбка с лица не сходит. Вот и все. Есть минуты, когда открывается душа, и тогда она принимает все. Может быть, будет встреча. Видели сон такой, что он приезжает сюда, патриарх. Мы нынче приглашали Потеряевку. Но он не властен. Ответили так. У него программа, и он не может. Их ответило секретариат. Хорошее письмо было, поблагодарили. Но приехать он не может, у него программа. Он раб. Раб. Он не свободен. И он хотел бы сказать, но все время должен выверять. Это кто? Чаплин говорит. Всеволод. Он раб. Ну, понятно. Все мы рабы. У всех разное рабство. А ну так... да, конечно. Почему? Он должен сверять себя, как власти примут это. Как это другие, как называют, конфессии, еретики. Нет конфессии, ни деноминации. Есть и ересь, и церковь. Даже эти вещи-то подменяют хитрыми словами. И мы должны говорить так, как Бог повелел. Хотя бы за это следовало... Или молчать. У нас 2 варианта. Молчать или говорить только правду. А зачем это? Извелюжить ум-то свой. Ты на молитве будешь такой же неискренный. Я каждый день молюсь за Эрдогена. За президента Турции. И все. Чтобы был мир. Но для меня очень близок Порошенко.
Порошенко, Рамзан Кадыров, Александр Лукашенко. Мы каждый день молимся о них, чтобы был мир. Мир просим Израилю, Россию, Украине, Сирии, где идет война. Поэтому меня сдвинуть никак нельзя, потому что я окружен благодатью Божией. И за врагов каждый день молюсь, а они каждый день пакости делают. Это разница все-таки. Я очень благодарен вам, что вы вышли. Рад стараться. Этот ролик я на той неделе только поставлю. У нас с вами никогда не было плохого, только хорошее. Я все ваши слова воспринимаю как заботу и любовь. Поэтому, кто на вас нападает, вы так и скажите им. Да я ради этого и ролик этот выставлю, что у меня к вам нет никаких, никакой злобы. И не было. Не только нету, и не было. И не было никогда. Потому что мы с вами одинаково размышляем о смерти. Может, сегодня ночью умрем. И с чем предстанем? Бог обнаружит тайное помышление. А я буду говорить, а думать вот так. Да какой же я тогда? Где-то там моя вера. Да благословит тебя Бог, брат. Маме поклон передай, Татьяне Ильиничне. Все, с Богом. С Богом. Спокойной ночи. Спаси, Христос, спокойной ночи. Слава Иисусу Христу.